Сегодня у нас распаковка. Две посылки. Первый — это тросик для велосипеда. 28 рублей заказывал на Алиэкспрессе. Ссылку дам в описании. И так, ох ты, тут 4 штуки. По 28 рублей. В принципе, качество хорошее. Ну, мне нравится. Тросики для велосипеда. По такой цене это очень здорово. Так, отложу. И самое главное — это спальные мешки. Дошли очень быстро. На Алиэкспрессе заказывал. 900 рублей. Тут два комплекта. Как они? Упакованы. Пакет в пакете. Так, синие пакеты. Надеюсь, что не будет пакетов. Что у нас дальше? Весила посылка килограмм 300, то есть грамм 600, так 800 стоит сам мешок. Судя по описанию, мешки выдерживают до минус 5 градусов. Они предназначены, да, до минус 5. Так, сейчас. Вытаскивается. Вот здесь удобно нести. Если нести его, зачем нести? Ладно. Сейчас его достану из мешка, если что. Интересно, как его добраться заматывать. Тут в мешке какие-то рисунки. Непонятно, что нарисовано. Так, вот такие флисовые, кажется. Без запаха практически. Они тонкие, но место. Так, как они, интересно. Пираты вообще. А он полностью расстегивается. Вот, спальный мешок так он выглядит. В принципе, в нем тепло. Он не прокладно, а в нем реально тепло. Он флисовый, как называется? Флисовый. Вот. Все. А, до минус 5 он рассчитан.